вот это вот волшебная стружка, ребята. Вот это вот волшебная шиномонтажка, в которой мы на Новый год, 2 часа ночи. Вот видите, до сих пор они работают. Пенсионатки не работают. Часа ночи мы приехали, он трезвый, нормальный, адекватный мужик. Хотя там был один чудик, я помню, приехал. Я уже рассказывал, но все равно еще раз расскажу. И он говорит, иди сам колеса свои проверяй. Ну, я проверил, я говорю, слушай, давай посмотрим. А как раз было с Степаном Мороз, и они у меня подспустили все. Я говорю, давай снимем, посмотрим, выпускают. Он говорит, я ничего не буду делать вообще. И вообще я буду увольняться и всем скажу увольняться. Но мне кажется, что-то какое-то впечатление, что у него, наверное, ломки были, потому что вообще он не рад был жизни. Я говорю, вам же платить нормально, шиномонтажка. А нафиг эти деньги нужны? Эти деньги что с собой в гроб заберешь? Ну, такие настроения мне тоже, конечно, известны, но они, я считаю, неправильные. Только не надо выходить на работу с таким настроением ни в коем случае. Не, а мне даже лучше, он не сэкономил деньги, у меня правда оказывается... Мне кажется, правда, спустили они мои шины из разницы температур. Вот такое чудо бывает. Но еще раз посмотрите на сугробы. Сугробы конкретные. У нас даже мы не стали чистить вот весь двор, потому что нам нужно место, куда складывать этот снег. Вот как они вот, посмотри. У них равняется величине забора. Высота сугроба. Хотя самое интересное, это первый раз чудо такое в городе. Мы поехали вчера в Горную Любинку. Там нету такого безобразия, нету. Ну, туда уже кальпом, да, согласен, там уже. И то не так.